Здесь наши снаряды фирмы «Блокоспорт» висят уже очень много лет, лет 15, наверное. Больше, 20 лет. Вот этот тренер, первый тренер Эдик Виноградов, Андрей Лапшук, мы с ними дружим уже давно. И эти наши снаряды, на них реально тренируется очень много уже поколений детей. Они уже реально потрепанные, потому что они постоянно работают. Но я именно это и хочу показать, что обычно мы снимаем все время новое оборудование, которое как бы сподвиглось. А это такое оборудование, которое отработало ежедневно на протяжении уже 10, может быть, 5-10 и больше лет. Есть такой один снаряд здесь есть, который висит уже, наверное, лет 20 точно. 15. Да, поэтому все такая будет реальность. И Андрей нам еще даст небольшой экскурс, как в принципе вот эти мешки они себя показали на протяжении вот этой тренировок, этих все, какие у них положительные, может быть, может даже отрицательные какие-то, может, стороны. Обычно что вы, какие удары отрабатывают? Любые удары. Вот, допустим, отсюда я бью раз, два, три. То есть бью удары снизу, можно бить так, левый по животу, правый по голове, точно так же правый по животу, левый сбоку. Ну, в плане того, что он не цилиндрический, он да. Выигрывает? Ну, конечно, степени, да? Конечно. Тут есть выемки, тут есть, снизу, я говорю, универсальный мешок. Эта груша тоже более универсальная, тут можно отрабатывать такие тройки, четверки, то есть снизу, сбоку. А также прямые удары хорошо проходят. Вот, снизу удары. Так ударить. Цилиндрический мешок, его все знают. А вот именно вот в этой груше есть какие-то вот именно особенности? На том мешке, к сожалению, может работать только один боксер. Этот мешок более объемный, и здесь может работать в полном объеме два человека. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот, то есть отличный мешок, мы им просто довольны. А в плане каких-то особенностей от ударов что-то есть? Тут больше снизу, сбоку. Тут больше снизу, сбоку и прямые. Универсальный мешок, все удары. А на цилиндрическом? На цилиндрическом ударе там больше высокие боксеры бьют. И прямые? Снизу, и сбоку. Ну, то есть они практически все универсальные. А то, что он, допустим, большой, тяжелый, тоже в какой-то степени? Ну, естественно, держивающий смело могут работать два человека. Большой массы боксеров, допустим, тот маленький мешок, он будет просто у него улетать. А на этом мешке смело могут работать полноценно два тяжеловеса. Ну, так держим надо. Да. Вот. А есть у нас появился, вот, благодаря вам, еще специализированный, более новый мешок, который предназначен для ударов снизу и апперкотов. Вот я встал, раз, два, пап, и поднял его вверх отсюда по голове, понимаешь? Точно так же правый снизу ударил. То есть мешок очень хороший, и именно предназначен, что вот четко идет удар весь по подбородку. Можно ударить сразу два удара, так, по голове. Но, как правило, бьется так, поднимается. Так. То есть очень удобный, хороший мешок. Это самый первый мешок, который появился. Вот Александр Бойко, он не помнит, сколько точно лет назад это было, а я помню. Это 20 лет назад этот мешок появился у нас. До сих пор работает. Его очень любят тяжеловесы. Конечно, Владимир Вирчис любит его. Вот. Все хорошие боксеры, тяжеловесы предпочитают этот мешок. Он тяжелый. И вот эти мешки были сделаны специально 80 килограмм весом. Вот, это под заказ Бойко нам делал. И удар для головбокса – это основа. Если не будет мешков, не будет лап, груш, не будет работы. И все очень благодарны и довольны тем, что качественная, хорошая продукция. И мощные, жесткие и держат удары. Сколько кожаные мешки вы держите? Вот реально 20 лет. Ну, вот 20 лет он не рвется. Тут того, что поставили, не рвется.
амортизация маленькая. А так, в принципе, он в нормальном состоянии. 20 лет, за 20 лет в таком зале, я думаю, это уже просто... Но работа идет ежедневная работа. Да, это уже ракета должна сломаться. Много работы. Да. Без этих инвентаря нельзя совершенствоваться с боксером. А это основа для того, чтобы ребята росли и стали чемпионами. То есть мы, в принципе, полностью довольны всем. Спасибо вам.